которые получили очень высокий балл на той самой итоговой аттестации, которую вы проходили. И это не просто везение, это ваша работа, это ваш кропотливый труд, это ваше желание, это умение, это то, что вы хотели приобрести. Самостоятельные, еще обучаясь в школе, приобретают новую профессию. Эта профессия настолько хороша, что помогает им не только в нашем мире, да, как-то аккумулироваться, но еще и помогает им и в учебе, потому что здесь они приобретают уникальные знания и по литературе, и по культуре речи. Я вас от души всех поздравляю, я от души благодарю ваших педагогов, моих коллег, я от души благодарю всех наших партнеров, участников проекта и поздравляю с тем, что закончился еще один год нашего проекта. Конечно же, отмечается увеличение количества участников. И та заинтересованность, которую они проявляют в тех мероприятиях, в тех модулях образовательной программы, а также их увлеченность в процесс подготовки и проведения экскурсии, говорят о том, что этот проект интересен, что он востребован у современных московских школьников. Всегда мечтала посмотреть на работу экскурсовода с технической стороны. И вот сегодня я получила такую возможность, подписав договор с музеем Великой Отечественной войны.